Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в Москву, где через несколько минут на ВТБ-арене начнется очередная игра «Фонбет» чемпионата континентальной хоккейной лиги. Вашему вниманию вторая игра в этом сезоне между московским «Динамо» и владивостокским «Адмиралом». Между «Динамо» и «Адмиралом» стартовала только что. Вторая команда западной конференции, московская «Динамо», да и не только западной конференции, но и вообще всей континентальной хоккейной лиги. «Динамо» имеет хороший шанс. Интересное противостояние будет, а сейчас «Динамо» совет. Это 1-0, это Брэндон Мэннелл. Такое ощущение, как будто думал, что кто-то подставил клюшку под летящую шайбу, да, но на самом деле это был, мне кажется, по крайней мере, по этому повтору, это был прямой бросок, да, и даже по реакции Ивана Муранова незаметно, что он подставил ее. Да, и отличную смену провело четвертое звено. Римашевский покатил к воротам, обыграл и Батулина, но с его броском Сергей Иванов справляется. Для меня удивительно, сколько у этого... Бутик на синей линии теряет шайбу и может выход 1-1 получиться. Кудрявцев не переигрывает Сергея Иванова. Буквально на ровном месте момент возник вот этот вот. И халатная игра на чужой синей линии со стороны Адмирала. Броняться и не бросил играть. Берлёв, Бучельников на дальнюю, Горшков не переправляет шайбу в ворота Максима Моторыгина. Как раз вместо Поленкова, из-за того, что он испытывает эти болезненные ощущения, он не успевает вернуться. Так, сейчас Поленков выкатывается на Берлёва, воротами Адмирала. Шайба достается Рашевскому, Дмитрий выкатывается, доехал до синей линии, бросил шайбу, до Иванова дошла, но отскока от себя Сергей не допустил. И вторым движением прижал шайбу ко льду. Кудрявцев работал на пятаке здорово. Ивашевский выкатывается. Хорошая позиция. Гусев с острого угла бросает. И плечом Сергей Иванов отбивает шайбу за пределы площадки. Недовольны зрители, недовольны сине-белые. Но редко за счет катания. Он физически крепкий. Удел из-за ворот. Бросок добивания. Иванов не успел перекрыть и прижимает шайбу ко льду. Очень коварный бросок из-за ворот отдал. Корбет на синюю линию. Хорошая позиция у Макеева. Бросок. Гол 1-1. Адмирал сравнивает счет в этом матче. Текла в одну сторону. Смотрите, здорово, что Адмирал добрался до чужой зоны. Вот Кутик сохранил шайбу. И вот как-то глубоко динамовцы, смотри, спустились. Да, даже, мне кажется, я догадываюсь, что здесь ошибся, но все стали страховать друг друга, и это, как правило, приводит к тому, что неразбериха и оказывается свободный игрок. Арыгин по борту делает передачу, Берлёв шайбу останавливает, пас за ворота. Пас на пятак, бросок, гол, Джованни Фьори! И вратарь, не полевые игроки, не болельщики, только нападающий Адмирал понял, что шайба пересекла линию ворот, и все было очень как-то буднично, очень просто, и такие ошибки непозволительные. Да, ну шайб просто... Это знаешь, как говорили, я уже как-то в трансляции говорил, это гол в любой лиге. Адмирала самоотверженно играть, отличная передача. Кудрявцев, бросок Рашевского в ближний угол, поднять шайбу ему не удалось. Рашевский в центр, Одел, убойная позиция, и выручает Иванов. Но пока что первая звезда матча на данный момент, это, конечно, Иванов. Оставляет свою команду из раза в раз в игре. Прибыльский от синей линии бросил вовремя на щитке, опускается, дал шайбу у Гутика. Не спеша по левому флангу завез шайбу, бросил в дальний угол. И Сергей Иванов в очередной раз реагирует. Очередной бросок Никиты Гусева. Но счет по-прежнему Муранов. Двигается вперед, от клифа поушел, покатил на пятак и переиграл вроде бы Сергея Иванова. Поднять шайбу не удалось. Щитками отбивает вратарь Адмирала шайбу. От этого четвертого звена со стороны московского «Динамо» ждешь угрозы каждый отрезок, каждую смену. В принципе, это звено и создано. Соловьев завершал своим броском атаку «Адмирала». Поленков к атаке подключается, бросает. Иванов шайбу не удержал. Гусев рядом, добивание. И шайба где-то под вратарем «Адмирала» застревает, а судья игру останавливает. Но эпизод на этом еще не закончился. Игроки после остановки игры чуть подтолкались. Еще раз с вами смотрим. Прибавляет ногами, ждет подмоги партнеров. Один в один. Пошел обыгрывать Макеева. На дальнюю делает передачу. За спину Джордану Уиллу шайба пошла. Но сам же Римашевский шайбу подобрал. Гусев не смог
остановить шайбу у Бодрявцев. Из борьбы не выключился, на синюю линию делает передачу. Пауза, бросок по воротам. И шайба закатывается от ворота. 2-2. Надо посмотреть. Егор бросал. Было очень огромное, большое количество игроков перед воротами. Возможно, шайба изменила направление. Но я здесь за этот отрезок выделю Диму Рашевского. Если будет возможность показать, он... Мне кажется, даже, может быть, от Эрика. От Эрика Лудела. Шайба в зону атаки, Завгородний. Обогнал Поленкова. Клифф Пус неудобно руки в противоход Моторыгину бросил. Поддерживает атаку Паутов. Шайба где-то была на пятаке, но ее подбирает Дмитрий Рашевский. И выводит в среднюю зону. Но этих моментов не так много. Здорово и цепко действует в своей зоне. А игроки «Адмирал», вот, опасная передача. Янчевский, да, от Гутика прошел пас на дальнюю. И в итоге Янчевский в касание завершал эту атаку. Но бросок Марка получился не... Сажается атака. Но в итоге перехват Макеева. Горшков, Фьори бежит к воротам, Моторыгина бросает. И Максим упускает шайбу. Подстраховал Андрей Миронов, вратаря. Знаешь, каждое пересечение чужой синей линии со стороны «Адмирала» для меня это тревожный звонок о том, что будет очень опасно. Годовец сопровождает Шевченко, проводит против него силовой прием. Бучельников, убойная позиция. И Максим Моторыгин игру останавливает, справляется с броском Дмитрия Бучельникова. Лево Клиффорду Пу делает пас. Пу смещается в центр. По большой дуге обкатил Кудрявцева, бросил, и Моторыгин шайбу прижимает ко льду. И сейчас уже на ваших экранах было очень корректное, но первой линии, как правило, любят раскатиться. Римашевский, Гусев, бросок по воротам! Отбивает Иванов, а добить Никите уже никто не позволил. Бучельников! Один в один, бросок. И Бучельников. На пятак. Бросок с близкого расстояния. Шайбу вновь Моторыгин не зафиксировал. Менел ее подбирает возле штанги. И отправляет Гусева в очередную атаку. Никита за спину сделал оставление. Шайбу подобрал. Одел. Вбрасывание выиграл. Рашевский! Гол! Дмитрий Рашевский! Ну все началось с чего? С выигранного брасывания. Ловкость рук. Удачно пришла шайба. И вот буквально Иванов задел. Я представляю, ты как вратарь, но он же ее практически поймал. И вот знаешь, как называют, мышка пробежала, вот эту маленькую-маленькую дырочку нашла. Максим. Шулак. Бросок по воротам. Шайба на пятаке. И гол! Гол! Адмирал спасается за 17 секунд до конца третьего периода. Опеки защитников. Знаешь, давайте смотреть. Я больше скажу, что там и Шулок до этого должен был забивать, да, но вот этот момент... Да нет, на синей линии шайба осталась. И речи о положении вне игры, да, быть не может. Прямо аккуратно на синей линии, да, Шулок шайбу остановил. Бросил Гутик, не глядя на дальнюю, и Горшков. Берлёва, Поленков двигается. Гусеву делает передачу. Никита делает вираж на синей линии. Оставляет Джордан Уилл. Уилл бросает и забивает. Это и есть новый рекорд континентальной хоккейной лиги. Вся команда московского «Динамо» вываливается на лед. Поздравляет Никиту Гусева. Ну, все сделали партнер для него. Даже тот же самый Никита Гусев свез на себя двух соперников. И Батулину клюшку подбил. Там еще и Батулин споткнулся от Данила Поленкова, тем самым позволив Джордану Уиллу занять более там выгодную еще, позицию. Еще и рикошет случился. Но посмотри, после заброшенной шайбы он показывает о том, что поздравляет тебя, этот рекорд в твою честь. И буквально вся команда выбежала и стала обниматься в вратарской площади. Адмирала.